Добрый день, с вами Дина Краснова, и в сегодняшнем видео я вам расскажу про новую форму транспортной накладной, которая доступна в программе 1С Бухгалтерия 8 редакция 3.0, начиная с версии 3.0.108. Для того, чтобы в документе реализации акта накладной УПД можно было формировать печатную форму товарной накладной, необходимо в разделе «Главное» настройки функционально на закладке торговли установить флажок «Доставка товара автотранспорта». После этого в документе реализации по гиперссылке «Доставка» можно установить флажок «Перевозка автотранспорта», указать груз. Здесь можно выбрать водителя, в данном случае у нас Повидлов, и можно выбрать из справочника автомобиль. Его номер здесь тоже проставляется. После этого по кнопке «Печать» будет доступна транспортная накладная. Если формируется документ с даты 1 марта и позже, то будет формироваться новая форма транспортной накладной в редакции постановления правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 года. Вот такие вот изменения произошли в программе 1С Бухгалтерия 8 редакция 3.0, начиная с версии 3.0.108. Напоминаю, что у нас можно приобрести программы 1С, электронные базовые версии, например, версия 1С Бухгалтерия 8 редакция 3.0, 3.300 рублей, обновление бесплатно. Подробнее по ссылке под этим видео. А я благодарю вас за внимание. С вами была Дина Краснова. Подписывайтесь на мой канал. Поддерживайте это видео лайком и комментарием. Заходите в мою группу в соцсетях. Все ссылки вы найдете под этим видео. А я желаю вам всего самого доброго и до встречи в моих следующих видео.